Опасного террориста, которого выслеживали не один год, ликвидировали в Дагестане. Это кадры самой операции. Боевика обнаружили в Махачкале, была выслана группа захвата. Преступник понял, что ему не уйти, но сдаваться отказался. Вот он пытается отстреливаться, когда в магазине заканчиваются патроны, бросает пистолет и достает автомат. Но уже через секунду падает, получив ранение. Все происходит на улице в разгар дня. Позже в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в результате перестрелки погиб прохожий. Был ранен один из полицейских, поэтому оперативникам пришлось действовать жестко. Опознание подтвердило. Уничтожен главарь бандгруппы, который был в розыске с 2014 года. Он причастен к подготовке терактов, нападениям на сотрудников правоохранительных органов, вымогательству.